Всем привет! Распаковочка. Датчик скорости для автомобиля Rover 416. Там до 95 года выпуска. TFS-184. Датчик. Так, что внутри? Здесь какой-то что-то нажимается. Здесь вам видно, да, вот эта болтанка здесь какая-то происходит. Нажимается туда. Вот. Никаких надписей нет. Три контакта. И все. Целиком пластиковый. Внутренняя резьба. Гайка здесь приблизительно на 15, на 17. Вот и все. Никаких опознавательных знаков. Кроме вот этой надписи. Так, такой датчик. Все очень просто. Если будут вопросы, задавайте. Стараюсь на них ответить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.